far away. Далеко-далеко. Прилагательное far переводится как далекий, а как сказать далечие, далеще, дольше, более далекий. Короче, в русском языке вообще жопа с этим словом, а в английском просто исключение. Мы скажем further или father. Да, father, как папа, прикиньте, father, можно шутить. My father is farther than my mother. Тупорылый филологический юмор. Мой папа дальше от меня, чем мама. My father is farther или my father is further. Когда говорим про расстояние, можно оба варианта употреблять. Но если для дальнейшей информации, пишите, звоните по телефону. В данном случае further. Только вариант further. Для дальнейшей, в значении для дополнительной информации, звоните. For further information, call me.